Задача про силу ампера. Стержень падает с постоянной скоростью, поэтому сумма сил действующих на него равна нулю. Мж равно силе ампера. Сила ампера определяется по формуле, которую надо знать. Здесь у нас синус альфа равен единице, поскольку магнитное поле перпендикулярно стержню. И можем найти отсюда ток, который протекает. Этот ток будет создавать падение напряжения на сопротивлении, и оно будет равно напряжению на конденсаторе. Поэтому энергия c у квадрата пополам легко определяется.